На этой неделе в России МЧС начинает интенсивные проверки торговых точек, которые предлагают новогоднюю пиротехнику. Вся взрывоопасная продукция должна иметь сертификаты, а продавцы-консультанты пройти специальное обучение. Пока спасатели констатируют, благодаря жесткому контролю, количество контрафакта на прилавках удалось свести практически на нет. Если продавцов поймают с нелегальными салютами, то серьезно оштрафуют до 200 тысяч рублей. Сотрудники МЧС напоминают, зажигать петарды и фейерверки можно только в специально отведенных местах, а перед этим необходимо внимательно прочитать инструкцию.